yesterday. Пятого февраля шведский главнокомандующий Сверкер Йоранссон сделал сенсационное заявление, что в случае нападения России Швеция не выстоит и недели без поддержки НАТО. И хотя министр обороны Швеции Карин Энстрем заверила, что вопросы вступления в НАТО... Я твержу много дней, ну поверьте ж вы мне... Что для Швеции всей есть угроза извне. Русский Иван хищно скалится на наше все, жадно зарится, страшно же. Нам бы в НАТО скорей уже. А не то Россия прямо сейчас за неделю завоюет всех нас. О-о-о, мама мия. Русские идут пешком, так еще страшнее. Мама мия. Нас они порвут 7-3, как год назад в хоккее. Потенциал наш хрупкий и министр обороны в юбке. Как быть? Русских чем остановить? Мама мия. Надо предложить сам с пушкой кое-как слепить. Вряд ли нас защитит из Финляндии щит. Если тысячи ребят из ВДВ налетят, мощные все, как богатыри, плюс на пути у них дьюти фри. Боже мой, как нам сладить с бедой такой? За неделю завоюют страну, чтобы в пятницу успеть отдохнуть. Воу-воу. В русском штабе карту Швеции вот-вот на столе расстелют. Мама мия! По иронии судьбы стол-то из Икеи. Я уже будто слышу Су-27 над крышей. Как знать, могут прямо сейчас начать. Мама мия! Бомбовый удар сперва с авианалетом. Мама мия! А потом народ поднять для переворота. Мама мия! Заявить вон, что мы, мол, не виноваты. Мама мия! Правда, знаете? Так, стоп! Это ж фишка НАТО. Сильны сейчас, мама мия. Лучше их просить скорей нас от НАТО защитить. Yesterday.